Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Средиземье, Тени Войны. И я нашел интересные занятия. Сегодня у нас не сюжетная серия, сюжетная будет следующей. Как я уже говорил, мы чередуем, да, сюжет и фриплей. Сегодня мы пойдем, во-первых, уничтожим монумент последний, получим как раз очко навыка, по идее. Посмотрим на охоту на Грауга. Вражеский капитан возглавляет охоту на Грауга. Мы попробуем оседлать этого Грауга, на которого они охотятся, и показать, что не надо на Граугов охотиться. Если мы успеем. Вот это, по-моему, шкала времени снизу. Ну, посмотрим, как это работает, в общем. И зачистим как раз эту заставу. Опыта, кстати, меньше уже дают, да? Тут, видимо, от уровня нашего зависит количество получаемого опыта. Вроде бы нам в прошлых сериях 4000 опыта давали. 4 там даже с лишним. И после этого мы, как только получим одно очко навыков, мы его сразу вкидываем в наездника на драконе. У нас как раз откроется, по идее, если там уровень какой-то не нужен, высокий более, да. Если мы откроем наездника на драконе сегодня, то пойдем выполнять вот это... Это испытание, полетаем на драконе. Это будет круто, мне кажется. Это будет очень интересно и эпично. Ну, я надеюсь. А там мы посмотрим, как это будет. И давайте сразу тогда быстрым перемещением дуем сюда. Быстрое перемещение. Ускорять события не будем. И сейчас сломаем башню первым делом. Получим очко навыков как раз. Башенка, давайте меточку поставлю, чтобы тут не потеряться. Так, хорошо. Никаких даже капитанов... О, давайте как раз изуверски убьем сейчас это тело. Пусть все, кто тут увидел это изуверство, убегают. А мы дальше пойдем нам в другую сторону. Допросить капитанов, допрашивать никаких я не буду, наверное. Я смысла в этом пока что не вижу. Пока что все капитаны убиваются очень легко и вообще без проблем уже, да? Вот последние пару серий. Они пробивают нас иногда, я не всегда уворачиваюсь от их атак, но все равно довольно просто от них мы избавляемся. Тем более у нас сейчас есть два призыва помощников и ездового животного можем призывать себе, так что это весьма... весьма интересно. Давайте сейчас убиваем вот это вот тело. Я уже и здоровье восполнять там научился разными способами. Уже немного проще играть становится. Так. Давайте мы, наверное, стрельнем вот сюда. Оп, стрельнем, говорю, вот сюда. Сейчас сразу немного орков перебьем. И вот сюда еще тоже, да. И здесь тоже как раз перебьем немного орков. Нас спалили, типа, да? Окей. Я не против. А как там... О, тревогу поднять хотят, да? Нам вроде так и надо. А, нет, нам не надо. Нам надо сначала задание взять, потом... Да, ладно, пошли. Пошли, короче, тогда. Тревога нас не особо интересует. Хочу. Первым делом... стоп. А, башенка, вот она. Я ее сюда... О, пауки, пауки, нет, пауки. Пошли башню ломать. Давай, давай, нет, нет, яд. Давай. Давай, быстрей, есть. И ломаем. Еще надо выше. Теперь ломаем, давай. Уничтожить. Хорошо. Так, сейчас забираем. Оп, забрал, 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 хорошо. Теперь давайте... Пока вот эта вот заварушка тут вся идет, мы, по-моему, можем запросто взять вот это задание, и заварушка-то закончится, по-моему. По-моему, это так работает, да? Мы берем задание. Охота на Грауга. Капитан возглавляет охоту, мы даже не будем смотреть, что это за капитан, убьем его таким вот, прям, неизвестным. Разжигатели войн, разрушитель. Отлично. Мы как раз в прошлой серии, мы сейчас вот так вот спрячемся, посмотрим. Убить врагов, сидя верхом, отлично. Это как раз то, что нам нужно. Пусть они его маленько
прессанут. А потом мы на него сядем сразу резко. Ой, тихо, меня-то за что? Что я тебе сделал? Я ж тебя не бью, не трогаю. Как только он ослабнет, вот так заряжаем и кружок, по-моему, нажимаем. Давай. Ну, давай, уже близко. Уже близко. Он, правда, сам всех перебил, по-моему, да? 5. Ага, да-да-да, все хорошо. Ну чё, есть. Наездник из тени. Давай. Есть. О, да. Привет. Why would a Gondorian come here and try to murder all of the orcs? Maybe you have a problem with one orc. Maybe 100. But all of us? Maybe the problem is with you. О, получай. Бой верхом на Грауге. Нажимаете, чтобы атаковать и накапливать мощь. При полном заряде мощи нажмите казнь, да, чтобы пожирать врагов для восстановления здоровья. Удерживаете X, чтобы бежать или карабкаться. Он еще и карабкаться может. Фантастика. Давай. Давай, бедолага, просто запинали. Раздавлен. Раздавили бедолагу вообще. А, подождите, мы не убили. Нужно было сначала убить, да, сколько-то врагов, а потом уже этого... Ладно, но я думаю, мы еще сейчас повеселимся, мы тут маленько. Мы можем, да? Можем. У меня полный заряд ярости, давай, хватай и жри его. Только у него полное здоровье и так было, на самом деле. Так, там капюшончик валялся. Ой, куда ты прыгнул? Прикольно как. О! Спешится. Удерживайте что... Я понял, как это работает. Я в прошлой серии убил своего пса, потому что я зажал кнопку спешивания. Нужно было не зажимать. Слушайте, сколько лута падает, прям вообще хорошо. Что там, у нас ярость полная? А враги закончились. Залазь. Тут есть враги. Давай. Кушай, маленький, кушай. Кушай. Что-то не сильно у него здоровье восстановилось, по-моему. Давайте по бочке бахнем. Попробуем. Для теста чисто. А ничего не полнит, да? Не, бочку не взрываем. Хорошо. Так. Прыгай. Прыгай. Давай, сейчас мы... Ешь его. Странно. А, мы можем даже подбирать шмотки при этом. Вообще красиво, слушайте. Это я понимаю. Все, теперь мы разгулялись. Ой, я снял. Как на тебя обратно залезть? Вот так же. Еще с деньгами пришел. Я не знаю, зачем мне сейчас деньги. Можно сундуки покупать за эти бабки, конечно. Вот, но я... Не знаю. Ну, потом сделаем открытие кейсов, когда денег много будет. Хотя надо посмотреть, почем там кейсы. Так, хорошо. Мы не можем ему здоровье восстановить пока что, да? Давайте пойдем вот сюда. Почему-то не восстанавливается здоровье, не знаю почему. Пойдем следующее задание будем делать. А так он не будет регениться? Ой, там какая-то ловушка была или что? Давай сюда, наверх. И... Сейчас. Не уходи далеко, не уходи далеко, маленький. Начинаем задание. Быстро и скрытно убивая врагов. Если победить командира заставы, то тревогу... Так, быстро и скрытно.
Сейчас посмотрим. Обязательно скрытно. Может, так можно там пару бочек взорвать со всеми этими врагами и... И все, пойдет, нет? Что-то загрузка долгая какая-то такая. Первый раз такое. По-моему, я аж тут что-то скучаю. Алло? Игра? Музыка новая началась. А игра не началась. Все, мы зависли. Поиграли. Так, уйди. Мне не надо. Меня убивают там? Мочи их, мочи. Что происходит там вообще? Я вызвал этих, вызвал подкрепление. Алло, игра. Ты серьезно? Ни меню нажать не могу, ничего. Ладно, перезапустим. Приз. Так, как тебя закрыть? Вот так. Закрыть. Да. И открыть. Ох уж эти консоли. Картинки нам во время загрузки красивые показывают. Так. И давайте посмотрим, что мы тут загрузили. О, хорошо. Капитан у нас остался выделен, да? Давайте посмотрим. Вот так вот я навыки открывал, я понял. Алло, навыки? Я нажал только что квадрат. Боевые сводки. Блин, короче. Убить цель. Убрать цель. Что-то не то только что было. Навыков. Нам не дали навык за башню, да? За всем... Или еще... А, еще одна башня есть. Точно. Точно. Согласен. Есть еще одна башня. Капюшончик. Давайте мы этот продадим. Дракона, я не знаю. Мы, наверное, не сможем убить дракона. И поэтому не откроем вот это вот... Ну, в этом задании, которое я хочу сегодня выполнить. Ну, короче, ладно. Пошли. Тек. Попробуем еще разок взять это задание. Может быть, сейчас оно нормально загрузится и все получится как надо. Оп, привет. О, можно Грауга. О, это хорошо. Мы его потом освободим, наверное, если все это здесь будет вместе, да? Если нам позволят все сделать, не выходя из-за зоны выполнения заданий. Так, тревогу там вроде подняли. Так, начинаем. Конечно, начинаем. Давай. О. See how quickly and quietly you can find yourself all alone. Так. Сейчас мы, наверное, да, нам нужно куда-то убежать для начала. И потом начнем. О, по мне стреляли. Стреляли. Так. Все, нас уже не ищут. Скрытно убитые враги. Мне вот интересно, если я сейчас с лука стрельну. Оп, промазал. Это за скрытное убийство точно не засчиталось, да, просто-напросто потому что... Ну, может быть, да, может оно вообще не считается убийство луком как скрытное. Ну ладно. С воздуха. Давайте посмотрим.
Сейчас мы просто, если одного убьем, то... Второй нас спалит. Пауки там за ним какие-то бегут или что-нибудь типа того. Да вы знаете, пошли. Какое свесится, давай. Или мы типа в режиме боя сейчас? Я что-то не понял. Странно. Идем сейчас вот этого лучника убьем. Неловко так. Смотрит прямо. Оп, тихо. Есть. О, на время. На время. Ого. Теперь мне нужно типа быстро свалить куда-то, да? Все, типа свалили. Давай, давай, давай. Или не свалили? Ну, давай. Не, слушайте, я даже не знаю, как я тут сделаю все это дело. Сейчас придется переигрывать. Тут хотя бы пятерых убить успеть. А если мы взрыв бочки, он считается за скрытное убийство, интересно? Если я со стелса. А, надо будет сейчас посмотреть. Давайте, 16 секунд. Не бейте меня. Подождите секундочку. Подождите. Оп! Блин, не хватило чутка совсем времени. Так. Ну чё там, давай, давай, заново начинаем. Заново начинаем. Задание не сбрасывается. Слушайте, это хорошо. Это хорошо. Палят меня, да? Все же палят. Сейчас уходим, 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 уходим. Еще сделаем одно скрытное убийство сверху как раз. Ребята разбежались. Давайте залезем вот здесь наверх как раз. Давай, давай. Попробуем сейчас их развлечь немного пчелами, говорю. Я промазал. Это не пчел, наверное. Или пчелы. Сейчас узнаем, кто это. Алло? Это, а, пауки. Пауки пошли. Хорошо. Так. Всех пауков перебили даже? Ну, я в шоке. Во, я хотел проверить... вот взрыв бочки будет считаться за скрытное убийство? К сожалению, нет. Но, в принципе... В принципе. Так. Хорошо. Давай, где он тут? Так, три. Это уже будет нескрытное убийство. Давай в кусты. 20 секунд у нас осталось. Давай. Давай, 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 давай. Ну, чё ты не хочешь прыгнуть на него? Ладно, не хочешь. Мы тогда сделаем так. И... пятый. Все, дело сделано.
разрушитель дикарей. Здрасте. Ух ты. Давай, залазим. Занимаем сначала удобную позицию и теперь посмотрим, что же мы с ним сделаем. А, что вот эти штуки? У меня всего два выстрела. Так. О, ну, смотрите, два выстрела, да? Один пауков вызываем. Пусть пауки его сейчас потравят маленько. Пауки. Где-то шипят, вот они. Давай, давай, давай. Нападаем на него. Дружненько отравляем на них. На них. Их всех отравляем. И второй выстрел уже можно делать, мне кажется, по пчелам. Так. Хорошо. И еще вот так вот сразу. А! А, ну мы ему урон нанесли. И давайте мы его сразу казним. Мы не того казнили. Где справедливость в этой жизни-то, а? Ладно. Оп. Все. Вообще в легкую. Ой, и мечик какой-то хороший, да? Level ups, замечательно. И красный камень получили. Окей. Закрыть. Давайте посмотрим, что там за мечик новый у нас будет. 40 урона побольше. Накопление мощи при критических ударах 6 единиц. О, подождите, слушайте, я могу улучшить... Да? О, а ну-ка. Да. При промахе или успешной вражеской атаке 2 единицы. То есть мы не просто разблокируем, да, а нужно еще и улучшить этим... Это оружие или доспех. Хорошо, мы тогда вот это продадим. Он уже немножко похуже стал. Давайте сейчас посмотрим лук. Мы лук не открыли. Ну, мы, короче, все равно нигде ничего не открыли, поэтому неважно. Улучшить не можем. Но улучшение... Мне понравилось. Так, проверим здесь сейчас камень. Два красных камня у нас. А ну-ка, подождите. Мы, может, сейчас давайте поставим белый, например. Так. Теперь у нас здесь три белых камня, и мы их можем улучшить. До вот такого. А здесь уже 15% у нас увеличение урона. О, проапгрейдились. Маленько. Это мне нравится. Так, ну и давайте возьмем себе теперь, наконец-то, возможность летать на драконах. Это новая тема, да, в прошлой части не было никаких драконов. Поэтому берем починить сломленного дракона. И теперь у нас открылось испытание как раз на дракона. Берем, ставим меточку. Давайте сразу сюда быстрым перемещением идем, да. И сейчас полетаем. Ну, это мы, конечно, полетаем в воспоминаниях Келебримбора, да? Но все равно. Новые неизвестные капитаны. Зачем? Вы мне дайте только сюда прийти, и все, больше мне ничего не надо. Я хочу на драконе полетать. Ох. Хочу какой-нибудь удар с небес, чтобы мы когда падали, да, приземлялись вот этим навыком, чтобы мы какой-то прям огромный взрыв вызывали.
Так. Идем. Оп, тихо. Ну, можно, в принципе, и так по башням пройтись. Оп. Отлично. Пока непонятно, что нам нужно сделать, да, для разных целей. Посмотрим. Прошлое испытание, как минимум, было простым. Мы его с первого раза сделали вообще без проблем. Удерживайте R2. Чтобы прицелиться точнее. Ага. Ага. Так. Ой, ой, тут ой, как... Боже мой, рахитство какое, честно вам скажу. Это да. Убить капитана. Хорошо, мы вот здесь уже как раз у капитана. Уложиться за отведенное время. Давай, жарим капитана. Жарим его. Жарим, жарим. Вроде горит. Да, нас там дамажит, но вроде нам пофигу. Да. Управление драконом ужасное. Боже, насколько оно ужасное. Это капец. А, еще нужно 35 орков убить. Во-первых, оно инвертированное, поэтому мне жутко неудобно. То есть мне нужно нажимать вниз, чтобы подниматься вверх, да? Ну, как, наверное, в каких-то там летных симуляторах, в которые я никогда не играл, или где-нибудь еще. Но это мне вот лично жутко неудобно просто. Мы только 3 орков убили. Ну давай, ты летишь, удержать, чтобы схватить врага. Да ты лети давай, лети куда-нибудь. Алло, застрял. Почему ты застрял? Давай, вниз. Вниз. Как это неудобно. Как это неудобно. 35 орков убить надо. Мамочки. Я как-то не увидел первое это задание, да, и думал, что нужно только убить капитана. Я даже обрадовался, что вот, легко опять мы сделали. Во время не уложились. А еще... Меня убьют скоро. Вот в чем тут проблема. А, можно схватить, да, крестом как-то. Не знаю как, но как-то можно вроде схватить было. Только что мне писали. Давай. А, или нужно, чтобы под нами был, да? Давай, давай, давай. Оп, оп, еще чуть-чуть, давай. Что-то не получается, слушайте. Сейчас меня точно убьют. Да, убили. Боже, как это все сложно. Это кошмар. Задание провалено. Начинаем, конечно, заново. Я думал, будет веселее летать. Надо сейчас настройки как-то проверить. Может, можно эту инверсию убрать. Но это, конечно, да, управление жуткое. Только не говорите, что у нас сейчас опять бесконечная загрузка будет. А, нет, хорошо. Так. Параметры. Сейчас буду искать. Во, есть. Зачем? Зачем? Не нужно вот это вот инвертировать управление полетом дракона. Не нужно. Применяем настройки. Это будет сейчас чуть-чуть удобнее, но все равно... Все равно летать оказалось не так классно, не так сказочно, как мне бы хотелось. Так. Блин, теперь нужно по новой привыкать к этому. Так, сейчас, давай. 4 сожгли? Нет, не дожгли? 2 еще остались. Что-то как-то горят они плоховато. Так. О! Вот надо вот этих вот пачки искать, которых много.
Хорошо. Хорошо. Ужасе. Давайте сейчас вот этих подожжем. Заодно. Где-то. В ужасе он убегает где-то или что? Давай, давай, давай. Огненный шар еще у нас есть. Давай. Он, по-моему, вообще внизу, слушайте. Он, по-моему, спрыгнул, да? А я, значит, жарю, такой жарю. Так, давай вниз. Так, что-то не получается мне. О, блин. Так. Свалил, гад, да? Свалил. Все, надо, короче, заново. 17 мы убили. Сейчас переиграем. Так. When I made three rings for the elves, I had the foresight to ensure that they would not be corrupted like men and dwarves. Неудобно то, что он все время летит сам по себе. Так, огненный шар мне нужно зарядить. Ага, вижу. Вторую ячейку этого. Что там, как это? Мощи, ярости, как оно там называется, я не знаю. Куда ты уходишь? Так, нормально, дожгли его кое-как. Надо сейчас попробовать огненный шар будет. Найдем здесь какую-нибудь толпу побольше. Вот, например, да, вот сюда. Давай. Ну, такое. Так, окей. Здесь еще немного ребят. Так, капитан, пошли, давайте, наверное, на капитана сразу. А, да, блин, вниз, вниз, вниз. Что-то такое ощущение, что я ничего не инвертировал. Куда пошел? Стоять, стоять. Побежал он. Хорошо, убили его. Жалко, что нам это времени не добавит. А еще интересно, не отнимается ли время, пока мы вот эту вот картиночку смотрим, увлекательную. 18 секунд осталось. Блин, мы не успеваем. Так, давай, догорайте. Так, еще парочку. Еще один. Трое. А ну, кстати, что там у нас? А, мы... Смотрите. Не все так плохо. Надо было туда огненный шар стрелять. Мы просто во времени уложились, да? Но мы задание не провалили. Но это хорошо. Все, меня это устраивает. Такой вариант более чем, потому что к управлению драконом нужно привыкать. А это он то летит, то, короче, не летит. Он сам по себе просто летит, если мы не в режиме прицеливания и нужно постоянно. Ну, короче, неудобно. Неудобно. Лучше бы мы сами приказывали дракону, когда ему двигаться. Потому что он двигается сам по себе. Мы просто вверх и вниз его только можем, да, крутить. Ну, короче, неудобно. Но меня устраивает. Самое главное, мы посмотрели на дракона, как это работает, на эту виверну несчастную. И... получили одно очко навыков. Это самое главное. Камень — это такое. Congratulated myself for my foresight. But Sauron's vision exceeded mine, for he made a ring that would dominate all the others. Never again. Больше никогда. Так, хорошо. Что мы теперь возьмем? Что мы такого тут прокачаем интересного? Давайте, наверное... О, кстати, подожди, тут у нас открылось новое. Смертельная мощь. Успешные удары мечом приносят больше мощи. Так. Набранная мощь обнуляется, когда вы получаете урон. Промахиваетесь и выходите из боя. Опять же, мощь это у нас...
Ага. Но... При полном заряде мощи... Так мощь у нас не обнуляется, правильно? За каждое убийство, после которого остаетесь незамеченным. И вот так вот мощь не обнуляется. А так она будет обнуляться. Но зато успешные атаки будут приносить больше мощи. Насколько больше? Ну, непонятно. Насколько больше? Так сомнительно довольно-таки. Вот при получении урона в бою можно взять. Мощи казнями больше пользоваться будем. Набираете мощь при каждой контратаке. Тоже хорошо. Эльфийские стрелы. Так, вот тут новое, по-моему, что-то появилось. Призрачная казнь. Нажимаете, чтобы последовательно казнить нескольких врагов. На каждую дополнительную цель расходуется казнить. Мы типа активируем казнь, да, а потом еще и... О, правильно я понимаю, как это работает? Или неправильно? Ладно, я пока не понимаю, как это работает, поэтому давайте возьмем лучше то, что может быть полезным. Бросок. В режиме скрытности нажмите небольшое расстояние, мгновенно приблизиться к врагу. Расходуется сосредоточение. Ну, такое. Бежать вы больше не будете шуметь. Это тоже такое. Изуверство обращает в бегство больше врагов. А вот, вот это можно взять. Начинать, да? Хотя мы не всегда начинаем, опять же, с этого изуверства. Тоже ситуативно. Ситуативно. Взрываются, распространяя яд на ближайших врагов. Слушайте, очень интересно тоже все. Вот тут у нас новая появилась, да, вторая. Взорвите костер. А, это у нас было уже. Выгонять пауков? Непонятно. Когда вы в воздухе удерживаете... Ой, это сложно. Замедлить время, прицелиться. При этом расходы... Это сложно. Нажмите, чтобы сделать взрывной выстрел. Так. Я не знаю. Я не вижу ничего прям такого. Вот это... Все, пойдем, короче, теперь по этой ветке. Что у нас это хоть открыло? Активный навык. Нажмите L2, чтобы сделать быстрый бросок. Хорошо, это мы можем сделать. L2 запросто. Потом у нас при полном заряде мощи нижнюю комбинацию. Мощный взрыв, оглушающий, временно ослепляющий врагов поблизости. Тоже неплохо, в принципе. Но это место казни. Ледяной шторм. Ну, короче, все это интересно. Давайте мы не будем слишком много на это времени тратить. Так, потратил кучу времени. Да. Давайте посмотрим, чем мы можем еще заняться. У нас вот тут вот еще одна башня есть. Блин, их две здесь еще, да? Но это уже прям в самой крепости практически. И, наверное, можно было бы туда резня. Выманить вождя, перебив несколько волн врагов. Можно, наверное, ворваться сюда, поломать эти две башни. Мы получим еще одно очко навыков. Так что вполне неплохо будет. Так. Хорошо, надо было, наверное, быстрым перемещением воспользоваться. У нас вот как раз сюда есть. Так, быстрое перемещение. Как раз до конца серии надо успеть две башни ломануть им. До них, правда, бежать еще. Бежать. Но мы сейчас ускоримся. Интересно, можно как в Бордерлансе на вот этих вот гейзерах подпрыгивать очень высоко? Не подбрасывают они нас. Утонут в моем свете. Вскоре они. Так, идем, идем, идем. Мы не будем тут сейчас пока что вообще париться. Залазим на башню. Нас никто типа не заметил, да, такие это. Давай. Хорошо. Йоп, все. И теперь идем ко второй башне. Чтоб мы ее не... У нас метка просто осталась, да? Хорошо.
Давайте поставим маркер на второй и мчимся на вторую башню сразу. Давай. Быстро. Включаем скорость света. И пошли. Оп. Тревогу подняли. Но нам-то вообще все равно, да? Мы сейчас вообще вниз вон прыгаем. Да блин, давай. Бочка. Проклятый игрок. Так, хорошо. Привет. Отлично. Оп. По мне попали? Ха, интересно. Тихо. Куда ты собрался прыгать? Давай, на голову ему залазь. И уничтожаем. Племя тьмы лишилось монумента. Так, хорошо. Мы... Эй! Мы не получили очко навыка? Эй! Так нечестно. Реально не получили? Почему я думал, что мы получим очко навыка, когда мы уничтожим все монументы? Я даже не знаю. Давайте откроем сейчас предметы. Сюда я хотел заглянуть и на камни посмотрим. Два мелких мы получили пока что, да, за эти, за башни. Может, я где-то пропустил еще? Да подождите, что вы меня бьете? Хотя вроде бы нет. Все, по идее, уничтожили. Да. А навык так и не дали. Тут два орка-капитана сошлись в поединке, можно будет их уничтожить. Ладно, раз такое дело, мы тогда на этом пока что серию закончим. И в следующей серии пойдем по основному сюжетному заданию. Быстрое перемещение недоступно, потому что мы в бою сейчас находимся. Сейчас мы быстро из боя выйдем как-нибудь. Есть куда прыгать? Есть куда прыгать, отлично. Бабки? А, не бабки, это этот. Прикольно. Артефакт по дороге нашли случайно. I am far from superstitious, but even I wonder whether this bit of fallen moonstone was meant to serve as an ill omen for the disaster that followed. Про какую-то катастрофу она говорила, о которой я ничего не знаю, к сожалению. An ill omen from the skies. Minas Ithil was doomed long before this moonstone fell to earth. Давай пошли уже. Вот, блин, не хочет залазить на стену. Все. Теперь нам быстрое перемещение уже не надо, потому что мы полпути проделали к заданию, к сюжетному. Хорошо. Я думаю, что тогда на этом мы серию закончим. В принципе, посмотрели сегодня на новые интересные вещи, посмотрели, как работает полет на драконе, да, плюс прокачали, теперь если где-то увидим дракона или какую-нибудь виверну несчастную, которую можно будет оседлать, то именно так мы и сделаем. Будем тренироваться потом уже на практике, вот, ну а пока что сетевые вендетты, вводите в мир другого игрока и высадите его убийцу. Успешно завершив сетевые, вы получите сундук с добычей. О, и военные трофеи. Слушайте, надо будет сделать, да, наверное? Как раз тогда следующую серию начнем именно с этого. Ну, попробуем сделать, правильно? Вот. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.